Друзья, всем привет! Батя. Мелим комбикорм. Простейшая приспособа для мешков, чтобы их не держать руками и т.д. и т.п. Я не знаю, как вам показать все это дело. Три шипа вот таких. Вот один, два и три. Вот, все. Кольцо три ноги. Заряжается мешок. Вот батя сейчас заряжает мешок. Смотрите, вот как все просто, друзья. Вот раз, вот два, и вот третий шип. Все. Все сделано по размеру мешка. Вышина такая же. Комбикорм, пожалуйста. Высыпается, наполняется. Ну, пыльно, конечно, поэтому работаем в масках. Я пока ее снял, но тем не менее. Смотрите. Все. Так, следующая партия. Вот как удобненько. Никаких проблем. Все трамбанул и дальше. Это сделано специально. Вот так, чтобы можно было снять и мешок достать. Вот еще следующая. Вот как-то так все происходит. Ну, сейчас мы этот мешочек наполним, конечно, и покажем, как он снимается. Вот, кстати, шипы, они вот прокалывают якобы мешок, да, вот сверху, и держат. При этом он завернут и никуда не девается. Вот. То есть такая помогаечка. Очень обалденно. Уже не нужен еще один человек, который будет держать это все дело. И... Так, следующий. Очень быстро. Там крупная решета стоит, поэтому... Ну так, так нужно. Что там говорить? Вот, трамбанул, как говорится, и дальше. Да, насчет крупного решета. Ну, нужно так бить, потому что, ну, такой заказ. Их три вида решета. Крупорушка самодельная, друзья. Вот. Ну, вот так вот. Вот так вот попросили, вот так вот и бьем. Так, и еще один. Вот. Да, что, не влезет? Ага. Да влезет. Вот. Все, вот, пожалуйста, мешочек полон. Вот сейчас покажем, как он легко снимается. Смотрите, друзья, завязочки, все дела. Легко снимается и... Ну, дальше уже, сами понимаете. Пакуется, так сказать. Вот, раз, два, и все. И 3-4, как говорится, и готово. Вот. Дальше это все дело убирается. И все. Мешочек полон. Никаких проблем. Конструкция вообще произвольная. Батя варил ее сам. Вот не поверите. Вот до того все просто, друзья. Вот сейчас он там отберет, видать, немножечко многовато получилось. Ну, завязка, понятное дело, надо завязать. Конструкция вот она, простейшая, друзья. Вот. То есть одна нога, вторая и третья. Все, вот там нет. Это для того, чтобы можно было ее вытащить из-за мешка. Вот, смотрите, вот я ее поставил, да? И вот так она выходит. Никаких проблем с этим нет. Три вот шипа достаточно. Вообще капец. Ну, чуть кривенько, ну, чуть косенько. Ну, но это работает. Это работает, это смотрите. Подогнуто. Да, подогнуто туда. Вот, батя говорит, подогнуто туда, вот в центр, да. То есть, как бы, чтобы она устойчивая была. Вот, видно, да? Вот нога вот именно подогнута туда, где должна она стоять прямо. Вот. Как-то так. И заряжается мешок вот просто, мужики, смотрите, насколько просто. Вот, и раз вовнутрь, клац, клац, и еще разочек вот так вот, клац. Все,
Вот и все. Вот такие вот дела. Так что батя у меня еще тот изобретатель. И держать не надо. Вот, как-то так. Помаши.